В операционном комитете Европейских игр Баку-2015 состоялась пресс-конференция, посвященная эстафете огня Евроигр. В презентации маршрута передвижения факела мероприятию Journal of the Flame приняли участие главный исполнительный директор операционного комитета Евроигр Баку-2015, министр молодежи и спорта Азербайджана Азат Рагимов, директор отдела церемонии Баку-2015 Катрин Угва и другие. Как сообщил министр молодежи и спорта Азат Рагимов, огонь первых Европейских игр Баку-2015 будет зажжен в музейно-историческом комплексе Атешгех 26 апреля, а сам марафон завершится 12 июня во время открытия Евроигр. Маршрут охватывает 60 районов Азербайджана, а 7 июня огонь прибудет в Баку. На факеле отображены элементы всех 50 стран-участников игр. Своей формой факел напоминает ветку граната. Атешгех – идеальное место для старта. В марафоне будут задействованы более 1000 факелоносцев. Также по прибытию в Баку в рамках эстафеты в столице будут проведены различные мероприятия, как, например, День спортивных арен и День Чари-Шагер в старой части Баку, сказал министр. По словам представителя операционного комитета Европейских игр, маршрут огня по различным уголкам Азербайджана займет 48 дней. Общая протяженность маршрута следования огня Евроигр составит более 5500 километров. Как сообщила директор мероприятия Кэтрин Угва, факелоносцы будут передвигаться на велосипеде, метро, автобусах. В общем, будут задействованы 132 вида транспорта. Факел же будет нести известные люди республики. С этой целью комитет специально обращался к главам исполнительных властей, которые помогли найти этих людей. Более того, мнение о факеле все желающие могут оставлять на страничках Баку-2015 в социальных сетях, заключила Угву. Напомню, что первые Европейские игры пройдут с 12 по 28 июня 2015 года. На соревнованиях будут состязаться по 20 видам спорта свыше 6000 спортсменов из 49 стран. На первых Евроиграх будет разыграно 253 комплекта наград. Камила Алиева, Висал Видадиоглу, Арзум Нуржизаде, Азертач.